Друзья, всем привет! Меня зовут Максим. Долгие годы своей жизни я был активным алкоголиком. Но теперь этот Новый год я освещаю с героической тусовки. И сейчас для вас я покажу рецепт героического шампанского. Вот звучит круто и на вкус действительно и сносит голову. В рецепт у нас входит мята, лимон. Бразильская мята, да, собранная? Собранная вот этими руками. Лимон, имбирь, вот, и мед, а также корица. Корица, ну и мы еще добавляем куркуму. Вот, значит, берем имбиречек, режем его. Не мыли после прошлого раза, потому что, ну, зачем мы его все равно будем? Да, потому что пена и специи от прошлого шампанского. Что пахнет? Вот так. Много меда или нормально? Так. Берем корицу, добавляем 2 столовые ложки и куркумы. Сыпнули корицы. Вот, немножечко воды, чтобы все это замешалось. И бразильская мятка. Давайте еще немножечко. Мята не испортит, да? Все это закрываем, взбалтываем и потом добавляем воды, еще раз взбалтываем. Прям дымок пошел. Сейчас как бам, и пена полезет. Вроде готово. А готовому шампанскому, после того, как оно процежено, лучше дать отстояться в холодильнике двое или более суток. Тогда оно набирает вкус, дерзкость и появляются пузырики. И штыри, да, с него? Штыри, да. Теперь полученное процеживаем. Помогаю ложечкой. Друзья, вот продолжается дегустация шампанского. 3 бутылки у нас выпито, осталась одна. Вот, ну и так и не сделан отзыв, давайте попробуем. Вот в узкой компании, все остальные танцуют, мы устали танцевать. Сейчас попробуем. Восходящая звезда Ютуба, дед Владимир. Вот, кто узнал, ставь лайк. Все, сразу тусовка. Сейчас будем пробовать. Как тебе, понравилось? Фильм, да, очень. Как оно, вот, ну, толкнуло, нет? Какие ощущения? Радости больше. Есть что танцевать, вот сходиться, общаться. Божественно, просто пожалуйста. Давай, Гриша. Да. В этот год по славянскому календарю я поздравляю вас, желаю всем благ. И сейчас отведаю этот стакан великолепного шампанского. Хотя, оно, говорят, Мартин, совершенно безалкогольное. Очень вкусный и сладкий напиток. Что-то есть такое там шипящего. Отведаем отзыв о шампанском. Да, прекрасно. Впервые в жизни не вижу пьяных людей, частных людей, и шампанское прекрасное. Так это же вообще жизнь живая. А что до этого пор? Мы сейчас все перепились, все напились. Только драки да ругань, да? Да, машины бьются, самолеты бьются, войны грохочут. А это вот жизнь.